Значит, слово для отчета о работе движения Петербург против пенсионной реформы предоставляется Антону Черепову до 7 минут. Пожалуйста, Антон. Ты можешь сесть, можешь стоя, как вот, как себе удобнее. Сейчас товарищи сядут, и я... Я планирую просто буквально на 5 минут небольшой доклад, да, рассказать, что мы делали, да, чего мы хотели добиться, что у нас получилось, что не получилось, да, за это время. Мы с большинством из вас, я думаю, знакомы в течение последних нескольких месяцев. Да, вообще вся кампания это началась достаточно спонтанно, ну, для нас. И это, кстати, проблема, да, мы об этом еще поговорим. В июне, получается, правительство в середине июня сделало заявление о том, что был внесен законопроект о повышении пенсионного возраста. Сразу же по этому поводу независимые профсоюзы и КТР сделали заявление, да, и оформили петицию. Эта петиция до сих пор самая большая, да, насколько я понимаю, и она собрала на данный момент около 3 миллионов человек. Да. Сразу стало понятно, что эта тема, ну, не будет, как и остальные, да, законы. Власть постоянно принимает какие-то официальные законы, но люди очень часто их пропускают, да, потому что не считают, что это касается их лично. Здесь было понятно, что эта тема достаточно мобилизующая, да, и что нельзя, как бы, грубо говоря, промолчать. Да. Тут же по всей России начали создаваться штабы в поддержку компании, инициированные КТР, да, и какие-то более независимые. В Питере, по-моему, 21 июня еще, если я не ошибаюсь, прошло первое собрание такого штаба, да, где была принята основная концепция, да, и какой-то план действий дальнейших. По-моему, изначально в коалицию эту вошло около 15 организаций, да, список постепенно пополнялся, да, в основном это левые организации и независимые профсоюзы, состоящие в конфедерации КТР, да, или не состоящие, кстати, есть там отдельные профсоюзные организации, которые не входят в КТР. Какой был, как бы, план действий? Да? Мы, во-первых, сразу сориентировались на то, чтобы привлекать по максимуму работу людей, да, как в районах, и создать районные группы. Но сначала было понятно, что людей еще недостаточно, и мы сконцентрировались на проведении общих мероприятий в центре города. Да? Ну, мы все помнят эти агитсубботы, агитсреды, да, когда мы вместе собирались, распространяли листовки. Листовок за это время компания была распространена около, по-моему, 70 тысяч, если я не ошибаюсь, штук. Вот. То есть мы сконцентрировались на том, чтобы привлекать больше людей, да, и занялись мобилизацией. Одним из методов мобилизации мы, как бы, разумно сочли митинги. Да. Митинги — это не конечная форма выражения, да, на которую мы надеемся что-то поменять. Митинг — это средство, как бы, мобилизации людей. Получилось ли у нас, как бы, мобилизовать достаточное количество людей? Вопрос, на самом деле. Мне кажется, что не совсем получилось. От чего это можно обсуждать? Первый митинг мы провели 18 июля еще. Да, мы пытались его провести согласованно, да, и даже, насколько я помню, рассматривались такие варианты, как из-за того, что происходил чемпионат в это время. Мы были готовы даже в отдельном парке, по-моему, провести в какой-то момент, но власти отказались даже там, и в итоге этот митинг прошел в форме прогулки, да, многие помнят эту прогулку, когда многие люди в первый раз неожиданно узнали для себя, да, что у нас какие-то проблемы есть в городе и вообще в стране с проведением публичных мероприятий, да, когда просто идущих по улице людей начал забирать под ОМОН. Это было неприятный план для многих. Но это была первая акция, которую, в общем, штаб организовал. После этого мы, мне кажется, достаточно заняли честную позицию, поддерживать любой честный митинг протеста против пенсионной реформы. Мы с того момента поддержали, получается, митинг, организованный КПРФ, два раза. Это один митинг 2 сентября и митинг 28 июля. Да. Плюс мы также точно, абсолютно честно поддержали митинг, организованный штабом Навального в Петербурге, да, и многие поучаствовали, отдельные там участники были задержаны тогда, да, и мы помогали после этого усилиями штаба, да, помогали задержанным людям, развозили еду и так далее. Потом мы провели, можно сказать, свой, да, митинг общий, достигнув соглашения с Комитетом защиты Петербурга, и это был митинг 16 числа, от которого тоже остались достаточно смешанные ощущения у многих. Ну, что тут можно по этому поводу сказать? До этого митинга, как бы, власть проявила беспрецедентное, в общем, оказала беспрецедентное давление, да, на нас, потому что, ну, все видели, да, во-первых, сколько было ОМОНа в центре города,
как, в каком тоне представители власти общались с организаторами митинга, да, когда ну, говорили, что мы с вами не будем общаться, вы провокаторы, и вообще у вас там на митинге будут террористы, скорее всего, мы типа за вас не отвечаем. Ну вот, но в итоге митинг прошел, да, прошел. Кому-то не нравятся легальные митинги, кому-то нравятся, но он прошел в легальной форме. Было задержано, по-моему, два человека, да, один из которых вообще был отбит, грубо говоря, участниками у ОМОНа, но полиция настолько хотела сдержать эту женщину, Шахназ Шитик, если я не ошибаюсь. Ну, это, видимо, было инспирировано исключительно Центром по борьбе с экстремизмом, да, и типа в качестве карательной меры за ее участие в предыдущих акциях. То есть митинг прошел достаточно мирно, да, и, ну, в чем-то цель была достигнута, да, в чем-то нет. Параллели митинги – это как бы хорошо, да, но для мобилизации нужна была работа в районах. Большинство, в общем, из здесь присутствующих людей в какой-то мере участвовали, да, в районах, комитетах. Что тут можно сказать? Честно можно сказать, что работа в районах мы не смогли дотянуть до того уровня, когда она бы, как бы, до того уровня, какой мы хотели достичь, то есть, да, чтобы люди в районах сами принимали какие-то решения, проходили регулярные собрания, там, да, чтобы это не превращалось просто в, ну, типа, мы вам дали листовки, идите раздавайте, пожалуйста. Такие, как бы, комитеты непонятно зачем нужны, да, и хотелось больше каких-то демократических, да, вещей от этих районов, чтобы эти люди вовлекались в работу и помогали нам принимать решения. Во многом так и получилось, да, многие люди, которые были мобилизованы в районах, они на самом деле принимали активную работу в участии штаба и после, да. И мы надеемся, что, вот что хотелось бы сказать, о том, наверное, пару слов о том, чего мы хотим в будущем. У нас сейчас получился такой коллектив, достаточно плотный, да, людей, которые, ну, неравнодушные, которые политически активны, которые считают, что, ну, когда наши права забирают, да, нужно с этим что-то делать. И очевидно, что этот коллектив появился уже в процессе борьбы, как бы, да. Если бы он был заранее, мы бы достигли, может быть, намного больших результатов. Но мы понимаем все, что власть в дальнейшем не собирается останавливаться, да. Понятно, что, как бы, у рабочих людей деньги отбирать намного проще, чем у олигархов, тем более не хочется совершенно делать элите нашей. Поэтому мы считаем, что работу нашего штаба, да, нужно продолжать в дальнейшем, и мы должны быть дальше готовы к новым наступлениям на права трудящихся, да, на права обычных людей. И в следующий раз, когда такое произойдет, мы встретим, да, скажем, это наступление во всеоружии. Наши районные комитеты будут готовы, наши организации будут готовы, и наша структура будет готова в целом. Потому что до этого такой структуры не было в принципе, которая могла бы как-то коллективно и эффективно, да, с участием демократических людей, не входящих даже ни в какие организации, отстаивать права трудящихся, да, отстаивать права на нас всех, грубо говоря. Вот, в принципе, я, наверное, на этом готов закончить, да, свой доклад. Если вопросы какие-то еще задаем? Да, или если только уточняющие. Да. Не вопросы в диалоге минут на 10, а вот уточняющие вопросы докладчику. Да, какие-то глобальные вопросы для дискуссии, я думаю, отложим. Если есть какие-то вопросы прямо по докладу, которые можно быстро прояснить, то можно сейчас задать. Да, вот. Юра, рука. Это ты показываешь Викторе, да? Нет вопросов? А, есть вопрос. Максима, да, потом. Краткий вопрос. Как вела себя полиция, задерживая там участок? Это какой-то наводящий вопрос. Полиция ведет себя отвратительно задержанными участках. Я не знаю, на самом деле 9 числа, так как, ну, было действительно много задержанных, и часто полицейские, как бы, были к этому индифферентны. Да, были какие-то плохие отделы, где мы бывали, где людям не давали там звонить по телефону, да, заставляли обкатывать пальцы и так далее. Ну, это типичный, как бы, полицейский беспредел, да, который у нас просто, с которым люди внезапно сталкиваются, да, и удивляются, ничего себе, у нас так полиция себя ведет. Она себя так везет, как бы, каждый день, да, и просто в отношении политических активистов она часто еще хуже себя ведет, да, ну, во многих случаях. Если уж вопрос о полиции, да, то сейчас, очевидно, такая ситуация сложилась, что власти, администрация конкретно Петербурга, в принципе, да, я не знаю, это типа месть или это просто политическая позиция против того, чтобы проводить какие-то любые акции протеста, да, то есть в последний раз наши активисты были задержаны, включая меня, на обычных одиночных пикетах, да, кто бы мог подумать, никаких протоколов не было составлено, то есть просто исключительно акция в плане запугать. Тут есть, кстати, представители бессрочной акции протеста, они с этим сталкиваются, я не знаю, чуть ли не каждый день, да, люди, которые иногда даже просто без плакатов людей задерживают, да, просто чтобы запугать там, да, чтобы не дать собираться, чтобы не то что высказывать, да, свое мнение, чтобы просто обсуждать свое мнение, да, это уже становится иногда невозможным. То есть просто собраться на улице с друзьями, больше трех человек, поговорить, ну, за политику, это уже
бы невозможно. Что с этим делать, это другой вопрос, да. Мне кажется, нам нужно быть более организованными, да. Вот когда действительно это происходит, каждый раз какой-то беспредел, да, людей задержали, и туда к отделу приходят журналисты, приходят 20 человек активистов, и они стоят там, пока последний человек не уйдет, да. Вот так мы можем с этим бороться. На митингах тоже, да, если кого-то задерживают, мы не должны его отдавать, да. Это мне митинг 16-го в этом плане был на самом деле показательным, потому что солидарность была очень высокой среди участников, и мы целенаправленно эту позицию хотели как бы развить. Вот. Спасибо, Игорь. Да, я вот хотел спросить, конечная цель все-таки это организация людей, да? То есть не сами митинги как по себе. Митинги, да, митинги это хорошо, как бы власть иногда прислушивается к митингам, но главное на митингах это нам увидеть, что у нас много, да, может быть, обменяться какими-то мнениями политическими и организоваться для дальнейшей какой-то борьбы. Да, я... вот в связи с этим вот, подписалось под петицией 3 миллиона человек, да? Это, по сути, 2% населения России. Игорь, ну, у тебя считать... уже вопрос уже мысль, да, как бы? Да, если... Это дискуссия, да. Да, если это типа... Нет, ну ты изготовили 70 тысяч листовок, а отклик, вот, по вашему мнению, был на эти листовки? Отклик вполне, на самом деле, после каждой раздачи я в том числе отвечал на телефонный звонок. Там было какое-то количество людей, которые сидели на общем телефоне, да, которые переадресовывал звонки. После каждой раздачи было несколько звонков, и росло количество людей в группе, да. Отклик, хотелось бы, конечно, больше отклика. Всегда ну, просто скорее... Что подписывал, подписалось, наверное, 1100, да, если ну, считать пропорционально. Кстати, я не знаю, возможно, может больше. Это сложно сказать. Ну, не меньше. Надо будет запросить, может быть, статистику. Да. Давайте мы... На дискуссию поставим. Вопрос интересный на самом деле. Да. Может быть, цифры в перерыве уточню. Да. Все. Если нет, а вот еще вопрос. Только короткий. Штаб. В Питере, да. Ну, я не знаю, на самом деле. Просто мы просто как бы выстроить какую-то структуру в рамках всей типа страны, да, это сложное дело, да. Мы хотим сначала, ну. Хотя бы в Питере давайте соберемся, да, все как-то организуемся, чтобы мы для себя хотя бы понимали, что мы хотим делать, какой наша, какая позиция, да, какая-то политическая, если она есть, и чем мы планируем заниматься. То есть, да, штаб «Народ против», когда он возник, когда его сделал КТР, у него была совершенно конкретная цель бороться против повышения пенсионного возраста. Да. В какой-то мере во многом он с этим справился, да, мобилизовал в эту тему реально тысячи людей по всей стране. Не знаю, посмотрим, что сможет сделать наш штаб дальше с этим. Да, спасибо большое. Да. Так, ну и один из самых интересных. Один из самых, да. Переходим к одному из самых интересных вопросов в работе любой структуры, любого движения. Вопрос о деньгах, о финансах. Значит, слово для финансового отчета предоставляется Артему Алексеенко, нашему казначею. Всем здравствуйте, меня зовут Артем Алексеенко, я координатор Краснодарского района и по совместительству казначей. Собственно, за 3 месяца мы с вами собрали, скажем так, через мои руки прошло 70 тысяч рублей. Из них 38 собрали организации, которые входят в штаб, то есть левые профсоюзы. 32 тысячи, соответственно, мы получили в качестве пожертвования. Плюс были еще деньги, скажем так, не совсем учтенные, которые профсоюзы сами тратили на, например, изготовление листов. Например, профсоюз моряков несколько раз сам оплачивал изготовление очень большого тиража листовок. И такие траты я оцениваю ну, где-то в пределах 40-45 тысяч рублей по разным профсоюзам, которые помогали. И плюс еще были траты у вас, у участников этого движения, которые сами изготавливали, например, значки вот такие, да, вот женщина сама изготовила, там 2000 значков пожертвовала в организацию. Кто-то изготавливал майки, кто-то изготавливал сам листовки, кто-то изготавливал наклейки. Все это, ну, тоже примерно около там 20-25 тысяч рублей. То есть за 3 месяца мы с вами смогли аккумулировать около 150 тысяч рублей. Расход примерно такой же был. Основная масса денег шла на листовки, и я хочу здесь подчеркнуть, что это на самом деле было эффективно. Вот уже Антон сказал, что после раздачи листовок увеличивалось количество звонков, после раздачи листовок увеличилось количество пожертвований. Вот мы последнюю неделю, грубо говоря, ничего не раздавали, да, после митинга был такой определенный, 2 недели, да, застой.
ни пожертвований, ни звонков особо не было. Да? Поэтому, когда говорят, что листовки раздавать не совсем эффективно, это не полная правда, конечно. Да? Люди берут, люди смотрят, и люди готовы пожертвовать рубль за это, да, какой-то. Нам не помогают никакие ни олигархи, никакие ни газдепы, ни немецкие генштабы. Средний чек, если так можно выразиться, среднее пожертвование по всем, это примерно 700 рублей. При этом пожертвования от любой суммы, там от 10, 15, 50 рублей, ну, самые большие, там, 4000 кто-то перевел один раз, там, да. Вот. Но основная масса сбрасывает по 300, по 400, 500 рублей. То есть мы видим, что движение финансируется в первую очередь простыми, обычными людьми, что я считаю, конечно, плюсом. Много 150 тысяч рублей или мало? Ну, никто из, ни одна организация, которая входит в штаб, не смогла бы столько собрать по отдельности, да. И профсоюзы, если бы тоже не было вот этого штаба, тоже бы эти деньги бы никогда бы не внесли, не пожертвовали, не потратили. С другой стороны, эти траты несравнимы с тратами других участников политического процесса. Например, по некоторым данным, Навальный на рекламу своей акции 9 числа в Петербурге потратил от 500 тысяч до 1 000 000 рублей. Да? То есть реклама крутилась в Ютубе, реклама крутилась в соцсетях. Это очень большие деньги на организацию, просто даже на оплату рекламы. Мы такого себе позволить пока не можем. Ну, не сказать, чтобы мы вывели, ну, просто вот намного меньше людей или организовали намного меньше людей. Потому что сейчас наш основной ресурс, который нас выгодно отличает от всех остальных, это в первую очередь вы, волонтеры, сочувствующие движению. Благодаря вам, да, вот эти там, 70 тысяч рублей, они превращаются просто там, в 7 миллионов. Да, потому что своими руками, в свободное время, раздавая на улицах листовки, ведя агитацию в интернете, мы на самом деле привлекаем огромное количество людей, создаем информационный шум, который ну, многократно может превышать возможности той же самой там, богатой КПР, да, которая там, может потратить больше денег, но ничего собрать как бы, не в состоянии. Вот. О чем еще я хотел сказать? Собственно, любой член штаба и любой координатор района может получить доступ к финансовым документам. Да, они как бы ведутся очень просто в таблице Google. Другое дело, что, к сожалению, несмотря на мои настойчивые требования, только два человека как бы, из штаба воспользовались возможностью контролировать расходы. И если у вас есть возможность и желание, как бы, да, вы все можете у своих координаторов потребовать, чтобы они предоставляли вам ежедневный отчет. Культура контроля за деньгами организации, это правильная культура, ее нужно вырабатывать, мы все должны следить, как расходуется бюджет и организации, и страны, как бы муниципалитетов, я думаю, что это будет хорошо. Ну и надеюсь, что когда наша коалиция перерастет в массовое да, социальное движение с широкими социалистическими демократическими требованиями, и тогда оно сможет, конечно, оперировать гораздо большими финансовыми ресурсами и достигать гораздо больших успехов для нашего движения. Если какие-то вопросы есть, то... Да. Если у вас было больше финансовых ресурсов, у вас есть план их освоения? Да. То есть они помогли бы движению? Конечно. Ну, на самом деле, видите ли, важны не деньги, важны люди, которые умеют их тратить в нужное время в нужном месте. Вот у нас такие люди есть. Только как бы денег нету, которые они умеют в нужное время в нужном месте. Еще вопрос. А кроме листовок еще какие-то были? К сожалению, да, ну, по сути дела, у нас две траты основных было, ну, вообще три даже на моей памяти, да, самая большая трата, вот эти 70 тысяч, практически, наверное, ну, 50, да, это трата на листовки, мы выпускали часто, практически каждую неделю, большими тиражами, причем мало того, что выпускали, мы еще их распространяли полностью, то есть они не лежали на мертвым грузом, это очень важно. 20 тысяч рублей мы потратили на организацию митинга 16 числа, ну, напополам с комитетом защиты Петербурга, да, они дали 20 тысяч рублей, мы дали 20 тысяч рублей, соответственно, ну, это звук, сцена, вот это вот все. Ну, и плюс еще были небольшие траты на помощь задержанным, которых задерживали на наших акциях, но там немного, потому что люди как бы своих денег оплачивали передачу там, продуктов, воды и так далее, и из штабных денег очень мало. Еще раз говорю, все траты, которые есть, они все фиксируются и все заносятся, поэтому мы не скрываем этого. Это можно посмотреть, можно узнать.
Другое дело, что мы как бы, ну, это вопрос дискуссионный, если вы хотите, мы откроем вообще всем, как бы, да, доступ к этим документам, к этой таблице. Но я предлагаю пока оставить его открытым только для координаторов и членов штаба. Если кто-то из района хочет посмотреть, он придет своему координатору, и тот ему сбросит, как бы, грубо говоря, всю информацию необходимую. Но это вопрос дискуссионный. Еще вопросы? А у меня уточняющий вопрос по двум цифрам, я не до конца понял, 150 и 70. Ну, 70 тысяч это те деньги, которые, грубо говоря, приходили на наш Яндекс кошелек, на наши карточки, наличными нам передавались и так далее. Плюс еще, например, профсоюз моряков потратил, ну, порядка 40-45 тысяч на печать листовок. Он сам их потратил, не передавая нам, да, то есть они сами заказывали листовки, как бы, да, и нам их передавали. Плюс еще, как бы, энная сумма денег потратили люди сами, например, на... На футболке, да, на листовке, на наклейке, на вот значки и так далее. Это еще порядка, ну, 20-25 тысяч рублей, может быть, даже чуть побольше. То есть в среднем где-то выходит, что 1070 сумм сверху, как бы, вот нашу сумму мы получим. Понятно. Еще вопросы? Нет? Давайте тогда поблагодарим Артема. Теперь, собственно говоря, продолжая наши доклады, мы переходим к проблемам, которые встают перед нами сегодня и, очевидно, встанут в ближайшее время. Да? Потому что говорим мы сегодня не только о пенсионной реформе, но и вообще о всей совокупности антисоциальных инициатив власти, правительства, президента, да, и других лиц, которые принимают подобные решения. Слово Евгению Баланову с докладом о ближайших антисоциальных инициативах российского правительства. 10 минут. Ну, очевидно, во-первых, что с этой пенсионной реформой все не закончилось. Будут, во-первых, новые антисоциальные законы, но даже именно пенсионная реформа дальше предполагается реформироваться. То есть есть некие источники, в том числе их озвучивала Голикова, например, о так называемой, к примеру, отмене страховой части, то есть отмене бальной системы, ее не устраивает она, и переходу к какой-то новой системе. И таким плюс еще один момент будет так называемая новая накопительная система. Ну, если вкратце, как сейчас действует система пенсионная, то есть от некой зарплаты, которую должен получать работник, делаются работодателем отчисления в размере 30%. 22 из них идут в пенсионный фонд, в пенсионные отчисления, из которых 6% это солидарный взнос, из которых формируется фиксированная выплата к пенсии в размере сейчас 5000. А остальные 16% они могут раскладываться, либо целиком идут на формирование страховой пенсии работника, либо в пропорции 10 на 6, это страховая плюс накопительная часть. Но известно, что с конца 2013 года накопительная часть у нас заморожена. Это раз. И есть инициатива Центробанка и... Центробанка и Минфина, в частности Силуанова, о введении так называемой концепции ИПК, индивидуального пенсионного капитала. То есть предполагает, что как они заявляют, предполагается, что действующие страховые проценты, тарифы, сохранятся на уровне вот этих 22. Но пенсионные накопления из них больше формироваться не будут. Что будет? То есть вместо этого дополнительные пенсионные накопления работник должен сам отчислять уже в негосударственные пенсионные фонды от 0 до 6%. Будет постепенный рост. Но что произойдет на самом... Во-первых, очень странно, да, вот эта система. То есть зачем менять одну накопительную систему на другую? Это не очень понятно. Ну, естественно, правительство не будет озвучивать сейчас детали все планы. Но что еще получается? То, что... Изначально получалось как, вот эти 22% отчислялись из изначальной некой зарплаты, которую мы не знаем, то теперь вот эти 6% будет отчислять уже не работодатель из той суммы, а будет уже отчислять работник после уплаты НДФЛ. То есть, по сути, трудящиеся и наемные работники остаются в проигрыше. После... Удерживать будут или добровольно? Изначально как планируется? Изначально, но опять же,
четких никаких нету, как они это будут вводить. Есть только то, что вот где-то кто-то услышал, да, где-то они озвучили Силуану. То есть, например, предполагается, что это будет вводиться постепенно на добровольной основе от 0 до 6% и будет повышаться. Но также озвучиваются такие моменты, как автоподписка. Если ты ничего, ну как и большинство у нас граждан, ничего не проконтролировал, не понял, не узнал, тебя автоматически подписывают на эту систему. Что, кстати, интересно, об этом замечают даже в самом Минфине, это противоречит Гражданскому кодексу. Поэтому, что предполагается? Предполагается внести изменения в Трудовой кодекс. И даже, но даже с изменениями в Трудовом кодексе, как говорит Минфин и Силуанов, вот это нововведение предлагается внедрить к запланированному сроку 1 января 2019 года. И, кстати, к этому же моменту уже определенная часть граждан не выйдет на пенсии, как мы знаем, в 2019 году. Это вот что касается пенсии. И самое еще интересное, да, вот опять же, что касается пенсии, вот если просто посчитать, да, то вот эту обещанную пенсию в 20, там, 25, там, 30 тысяч, да, человек сможет получать. Естественно, только при условии, что он работает по-белому. И просто исходя из формулы вот этой, можно просто высчитать, что если человек будет получать, ну, где-то около 80 тысяч. Но мы же знаем, какие в России зарплаты. Да, и, естественно, при этом еще, да, введение пенсионной реформы, что скажет, произойдет то, что еще больше людей уйдут в черные схемы или серые. То есть пенсии еще станут ниже. Что еще планируется? Ну, помимо этого. Это, во-первых, мы знаем, что с постановлением от 2017 года повышаются тарифы на коммунальные услуги в среднем на 4% по России, в Ленинградской области и Ленинграде это 6%. Каждый год правительство федеральное предлагает новые тарифы и индексации. Что еще произойдет интересное? Опять же, это касается тарифов на ЖКХ. Это увеличение стоимости вывоза мусора, причем даже вот комитет по экологии в Думе, в Госдуме, он подтверждает, что сумма увеличится в десятки раз. От чего это зависит? Как это происходит? То есть федеральный центр разрабатывает, ну, то есть вот эти тарифы, увеличение стоимости, оно зависит от нормативов и от тарифов. Нормативы, их формулу, разработало правительство, а считают по нормативам уже региональные власти, либо исполнительные власти, либо муниципальные власти. Но тут такой интересный момент. Если просто рассматривать на конкретных примерах каких-то, то почему-то продовольственный магазин, они все работают по одной и той же схеме. Возьмем те же самые Пятерочки, Магниты и так далее. Они абсолютно одинаковые. И в Ставропольском крае почему-то по местному нормативу на помойку выносится 383 килограмма в год с каждого квадратного метра, а, допустим, в Республике Алтай 13,6 килограмма в год. Таким образом, ну, продукты одинаковые, работа организована одинаково, а нормативы разные. Ну, там есть, конечно, схема, да, как это рассчитывать, но все это зависит от того, как это посчитали местные власти. Дальше, еще, зависит от тарифов. Тарифы определяются либо федеральным органом для некоторых регионов, либо местными региональными операторами. И с местными региональными операторами происходит тоже интересная вещь. Вообще, размер тарифа зависит только от расстояния, на которое нужно увозить мусор. Однако, вот помимо транспортировки мусора, тарифы зачастую включаются еще определенная доля, это интересы частных предпринимателей, которые развивают, которые в общем заведуют, да, индустрией по переработке и вывозу твердых бытовых отходов. Это маскируется под инвестиции в предприятия по утилизации мусора. Что, мол, региону же нужно строить, да, такие предприятия, вы же не хотите жить рядом с помойками. Но и под это, вот это все, да, с граждан собираются деньги посредством повышенных тарифов. Но это обман. Почему? Потому что мусороперерабатывающие предприятия – это частный бизнес. И почему частный бизнес должен строиться за счет налогоплательщиков? К тому же
наш мусор, наши отходы – это сырье для их предприятий. Да. Дальше. Будут еще также изменения в законодательстве, касающиеся самозанятых. То есть, к примеру, для самозанятых не будут предполагаться меры поддержки, направленные, которые направлены на работающих. И также, да, правительство не оставит своих попыток, да, взять на учет всех, кто не трудоустроен официально, и заставить людей этих пополнять. Тем самым бюджет и казну государства. Этих же самозанятых граждан обяжут делать выплаты в пенсионный фонд и в федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Что еще? Ну, опять же, если вернуться к обсуждению страхования жилья. Правительство, да, опять же, ну, не покидают какие-то мысли сбросить с себя бремя ответственности, да, потому что сейчас страхованием жилья, ну, точнее, выплатами занимается государство и бюджет, а планируется, ну, пока что это все в рамках обсуждения, да, ввести чуть ли не обязательное страхование жилья. Конечно, заявляется, да, вот, например, замдиректора департамента финансовой политики Минфина Балакирева заявляет, что это будет добровольное, но вполне возможно, что обсуждаются также и пути превращения добровольного в обязательное. Как это сделано с, ну вот, аналог какой-то ОСАГО, да, только для жилья. И по расчетам, да, приблизительная стоимость страховки в год составит 1000 рублей. Ну, сумма не очень большая, да, но там, да, все это складывается в определенную сумму. И к тому же, да, эти суммы могут, во-первых, пересматриваться от региона к региону. Ну и также еще существуют определенные законы, направленные на понижение, да, на против, грубо говоря, свободы слова. Это опять же вот постановление правительства об утверждении правил хранения организаторам распространения информации в сети интернет, когда до полугода будут храниться все наши сообщения, текстовые, голосовые, изображения, звуки, видео, а также некие иные электронные сообщения. Также в 2017 году, в начале года, активно обсуждалась инициатива депутатов Ленобласти, касающаяся закона о запрете социальных сетей для детей. Это не получило развития, но вот сейчас Виталий Милонов внес в Госдуму такой законопроект. И хотя он не согласован с самим же комитетом в Госдуме по информационной политике, но тем не менее, даже если он не будет принят, да, такие инициативы тоже говорят о том, что государством планируется определенное наступление не только, да, касательно экономической какой-то части, но и вот касательно свободы слова. То есть, в конце концов, да, опять же, мы уже, грубо говоря, не сможем собираться на митинги или на какие-то собрания не под какими-то там предлогами, да, прорыва трубы, а вполне официально. Нам просто это запретят. Ну вот, это пока все, что есть, но вообще многие из этих проектов, они, грубо говоря, не афишируются. То есть все, что можно найти в свободном доступе, это где-то какие-то либо проекты уже обсуждаемые, либо это по каким-то обрывкам сказанных вот фраз, там, той же Голиковой и прочих. Все, у меня... Спасибо. Вопросы? Только короткие. Да, пожалуйста. А у него до 6% вот этих, не совсем понятно. То есть работодатель продолжает отчислять 22% из тех 13, да, которые он вычисляет? Тут все немножко сложнее. Конкретного проекта этого законопроекта нету. Возможно, как будет. То есть возможен такой вариант, что будет отчисляться, работодатель будет отчислять 16%, а остальные 6% уже будешь отчислять гражданин. Но он будет это отчислять только после того, как он уплатил НДФЛ. То есть это уже дополнительные
ты, грубо говоря, ты меньше будешь получать уже. Вот так выйдет. И второй, можно вопрос? Ну, короткий вопрос. Насколько вот эти данные о изменении законодательства, ну, они точны, то есть, скорее всего, это просто слухи какие-то, или это... Многие из этих законопроектов, например, что касается вот этой новой накопительной системы, они обсуждаются уже Силуановым, и они официально подтверждены. Их можно прочитать, на, во-первых, на тех же разнообразных сайтах, да, посвященных Пенсионному фонду и реформе, а также они подтверждаются конкретно вот словами там, определенных министров, например, Силуанова. Но все это, опять же, это все еще проекты. То есть в какой конкретно форме это реализуется, никто нам не говорит. Ну да, но у меня был вопрос, по сути, пересекающийся с предыдущими. То есть, если я правильно поняла, то сейчас будет налогообложение на зарплату, то есть это идет изначальное отчисление в пенсионный фонд, в МС, при этом в пенсионный фонд, то есть это оно никак не влияет на какую-то накопительную часть нашей пенсии, это идет чисто вот в этот фонд, который занимается пенсиями сейчас. И только потом еще сверху мы еще будем платить вот эти 16,6%, которые будут уже идти на, ну, на собственную пенсию работника. Я правильно понимаю, да? То есть вот эти, то, что мы сейчас, грубо говоря, платим на данный момент, это все будет идти чисто в кубышку государства, только потом оно будет перераспределяться. И, ну, не очень, если честно, не очень понял. Может, вы попробуйте в перерыве, да, отдельно вопрос обсудить. Мне это тоже было интересно, просто мы сейчас не обладаем временем. Да, я хотела задать вопрос по поводу, что вы знаете о возможных изменениях в Трудовом кодексе, в частности, что известно сейчас про закон о возможности увольнения по утрате доверия работодателя? Да, этот вопрос в том числе активно он поднимался, но опять же, как конкретно это будет этот проект реализовываться и что в это дело вкладываться, совершенно непонятно, потому что эта формулировка крайне расплывчатая. Что означает утрата доверия? Ты не вышел в свой выходной день, ты утратил мое доверие. Все так, что ли? Или, то есть каковы критерии конкретно утраты доверия и вообще что такое доверие? Непонятно. Это все пока в рамках обсуждения, но если это обсуждается, значит, что-то подобное возможно к реализации. Нет больше вопросов? Точнее. Ну, мы еще поговорим обо всем об этом на дискуссии. Значит, все тогда спасибо. Ну и последний на сегодня доклад, после чего, собственно говоря, мы, конечно, надеемся к возможности высказаться всем. Доклад, значит, Марина Гусева, это, собственно говоря, я не знаю, как ты его точно назвала, но, наверное, о перспективах борьбы, да, как-то вот так, да? Я его никак не назвала. Никак не назвала. Ну, просто, да, в связи с тем, что повышение пенсионного возраста, это сказано, да, совершившийся факт, то, очевидно, нужно подвести некоторые политические и организационные итоги, чем мы с вами сейчас занимаемся, да, и говорить о том, что мы продолжаем. То есть понятно, что эта реформа была проведена вопреки воле подавляющего большинства населения. Просто проведена средством применения насилия и административного ресурса. Авторам реформы не удалось создать видимости общественной поддержки этой политики. Да? Большинство политических сил и системных, и несистемной оппозиции, левые, правые, все, ну, выступили против. Сейчас мы наблюдаем падение рейтинга Путина, падение рейтинга доверия к Медведеву, Единой России. И пенсионная реформа ослабила власть настолько, что даже несмотря на фальсификации и отсутствие реальной оппозиции, в четырех регионах губернатор единороссов, губернатор, да, потерпели поражение от технических кандидатов. Но не стоит преувеличивать, да, моральное поражение Кремля. Протесты были не настолько масштабными, как это ожидалось. По вопросам Левады, у половины были готовы протестовать. По факту на улице выходило, ну, не знаю, 60% населения. В целом, да, с таким уровнем недовольства можно было бы ожидать больше мобилизации. И по факту государство сохранило контроль над этой ситуацией, и прежде всего это произошло благодаря трусости и конформизму так называемых системных партий профсоюзов. Понятно, что будут долгосрочные последствия этого падения рейтинга Путина, да, мы должны оставаться мобилизованными. Да? Перед лицом повышения пенсионного возраста, которое, как мы уже неоднократно отмечали, негативно скажется на рынке рабочей силы, влияет на условия жизни, на условия труда рабочего класса,
В принципе, логично спросить, а как повели себя профсоюзы, которые, в общем-то, представляют интерес рабочего класса перед лицом вот, собственно, да, данной реформы. Единственным профсоюзным объединением, которое активно принимало участие в кампании, была Конфедерация труда России, КТР. Ну, они начали свою кампанию, как мы все знаем, с петиции на Change.org, которая собралась, как уже говорилось, да, 3 миллиона голосов, и призвали к созданию региональных комитетов противодействия реформе. В частности, вот наш комитет категории против повышения пенсионного возраста собрался, ну, в том числе благодаря этому президенту. Да? Не только, но благодаря ему тоже. Но во многих городах возникли действительно комитеты, которые мобилизовывали людей на борьбу. К сожалению, слабость КТР, которая объединяет сейчас не больше пары десятков независимых профсоюзов в разных отраслях, не позволила провести им по-настоящему боевую кампанию, не позволила им провести по-настоящему массовую мобилизацию. И организовать сопротивление не на улице, но и на рабочих местах они тоже не смогли, в общем-то, и не пытались это делать. Еще одно профсоюзное объединение «Соцпро» привели трех стрельцов. Они прямо поддержали пенсионную реформу. Более того, они объявили тех, кто выступает против повышения пенсионного возраста, в том, что они набирают свои политические очки, в том, что они получают финансирование из-за рубежа и так далее. Даже несмотря на то, что членские организации, которые входили в соцпро, сами отнесли негативное повышение пенсионного возраста. Самое крупное профсоюзное объединение в России, Федерация независимых профсоюзов ФНПР, на начальном этапе декларировали, что они против повышения пенсионного возраста. Но формулировка у них была очень аккуратная. Против правительственного законопроекта, направленного на повышение пенсионного возраста, предложена редакция. То есть понятно, да, что эта формулировка представляет возможность для отступления, что и было сделано. Да? Летом они предложили свой пакет поправок к законопроекту, который затрагивал только второстепенные аспекты реформы и вообще никак не затрагивал основной вопрос, непосредственно вопрос изменения возраста. Более того, представители ФНПР в Госдуме, да, заместитель председателя ФНПР Исаев, член «Единой России», голосовал за повышение пенсионного возраста. Что касается политических партий в парламенте, «Справедливая Россия» и ЛДПР практически были пассивны перед лицом наступления на наши социальные права. Да, были отдельные представители этих партий, например, член «Справедливой России» и вице-президент КТР Олег Шей, который публично много критиковал пенсионную реформу. Но в целом как бы партии не выступили, да, консолидированно против. При голосовании за законопроект в Госдуме фракция ЛДПР воздержалась от голосования, видимо, чтобы не портить отношения с правящей партией, да? Фракция «Справедливой России» частично проголосовали против, частично воздержались. КПРФ проголосовала против. Ну, понятно, что с учетом того, что эти партии представляют разное меньшинство, это как бы их протестное голосование было совершенно, да, безопасным для власти. И кто не выдержали? Ну, ЛДПР воздержались, КПРФ проголосовали против. «Справедливая Россия» пополам. Ну, КПРФ это была единственная из парламентских партий, которая претендовала на то, чтобы вести протестную кампанию и организовывать людей. В общем-то, она оказалась единственной из парламентских партий, которая была способна выводить людей на улицы. И протесты против пенсионной реформы для КПРФ удачно совпали с их сентябрьской избирательной кампанией. Когда завершилась избирательная кампания, протесты они тоже свернули. Множество людей были готовы выйти в призывы КПРФ еще летом. Тем не менее, на самом начальном этапе протестной кампании, когда люди еще были готовы бороться, когда люди еще готовы были, не были деморализованы, были готовы ходить на улицы, искали возможности действовать, искали каких-то путей для объединения, да, на этом начальном этапе КПРФ выбрала сознательно или случайно, мы этого не знаем, неверную тактику. То есть вместо того, чтобы выводить людей на улицы, КПРФ предпочла борьбу на бумажном поле. Да, и пытались инициировать референдум, при том, что у них есть достаточно богатый опыт таких негативных попыток, да, которые всегда заканчивались неудачей. Понятно, как бы, что наше законодательство по вопросу референдума уже отточено в достаточной степени для того, чтобы противодействовать этому достаточно успешно. Вот. И на длительное согласование формулировок, на создание инициативных групп, на регистрацию инициативных групп ушел примерно месяц. Тот самый месяц, да, который люди были наиболее возмущены, наиболее горячи и действительно искали возможности для реальных действий. Стремление КПРФ быть умеренным проявилось также и при голосовании за законопроект в Госдуме. Да? Несмотря на то, что они проголосовали в целом против законопроекта, но они поддержали поправки Путина, смягчающие законопроект. И это дало возможность говорить о том, что есть некое единодушие по вопросу президентских поправок. То есть фактически фракции КПРФ пытаются сидеть на двух стульях, формально проголосовать против законопроекта, но при этом избегать критиковать непосредственно Путина. Да?
А ведь важно отметить, что именно рейтинг личной популярности Путина – это один из основных ресурсов, который обеспечивает сейчас устойчивость режима. Поэтому невозможно критиковать правительство, не критиковать, собственно, президента. Какие выводы мы можем без этого сделать, да? Кто способен противостоять наступлению на социальные права? Очевидно, что ни Справедливая Россия, ни ЛДПР, хотя, как мы отмечаем, да, и отдельные представители показывают принципиальность. Ни ФНПР, которая крепко связана с Единой Россией, чьи представители были для трудящихся. Очевидно, что нужна общественная коалиция именно независимых сил, партий, профсоюзов, просто активных граждан. В общем-то, нечто подобное тому, что сложилось у нас в ходе вот сейчас протестной кампании. И целью этой коалиции должно быть противодействие готовящимся атакам на социальную сферу и поддержку работников, которые уже борются за свои права, в том числе медиков, учителей, преподавателей и так далее. Да? То есть мы понимаем, что несмотря на принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста, правительство на этом не остановится. Что это только начало, на самом деле, возможно, можно сказать, жесткой экономии. Да? Очевидно, что есть бюджетный дефицит, правительство будет искать возможности за счет простых трудящихся восполнить этот дефицит. Есть информация такая, что вот уже для этого был доклад, да, где озвучивались различные вероятные антисоциальные меры. В дополнение к этому есть такая еще информация, что возможно повышение подоходного налога с 13 до 15%. Она озвучивалась в СМИ неоднократно. Да? Возможно повышение доли платных услуг в здравоохранении и образовании, потому что, например, известно, что дефицит, планируемый дефицит фонда обязательного медицинского страхования в 2019 году составит 88 миллиардов. Будут искаться возможности как восполнить этот дефицит. Также возможно отмена льготного НДС для социально значимых товаров. Ну и помимо этих масштабных наступлений на уровень жизни для всех, есть локальные проблемы на рабочих местах, против которых, если мы хотим победить, да, мы тоже должны быть солидарны, мы тоже должны выступать вместе. Например, проблемы медицинских работников. Сейчас они борются с разрушительными последствиями оптимизации и реформирования медицинских учреждений. По факту просто сокращение, да, медицинских учреждений. Профсоюз действия, в частности, начинает кампанию, которая называется «Против лжи и коррупции за достойную медицину». И поскольку мы понимаем, что это касается не только медиков, но и каждого из нас, ведь сокращение системы здравоохранения сегодня могут привести к тому, что завтра у нас еще будет платная медицина. Да, просто мы понимаем, что это все не локальная проблема. Необходимо, я думаю, вот мы думаем, да, вероятно, чтобы коалиция выступала солидарно и по таким локальным проблемам тоже. Для того, чтобы противостоять дальнейшему наступлению на трудовые и социальные права, нужно сохранить единство действий. Да, как показала практика, мы можем критиковать себя сами, конечно, да, не все у нас получилось, не такие массовые были митинги, как мы хотели. И, в общем-то, ну, кампания, может быть, проиграна, да? Но, тем не менее, практика показывает, что наша коалиция способна организовывать протесты. Десятки тысяч людей уже узнали о кампании, которые были против. Многие включились в эту кампанию. И понятно, что нам хотелось бы сохранять это движение и развивать его на более демократичных принципах, да? То есть все желающие должны участвовать в выработке стратегии нашего движения. Если мы просто молча смиримся с тем, что мы повысили пенсионный возраст и мы расходимся, то наступление на права продолжится в еще более, возможно, жесткой форме. Ну вот некоторые наши товарищи предлагают такую формулировку, да? Мы должны отомстить авторам пенсионной реформы. Авторы пенсионной реформы не должны думать, что мы успокоимся и просто вернемся по домам и зайдемся. Ни один депутат, голосовавший за законопроект на следующих выборах, не должен быть избран снова. То есть мы должны доносить информацию, по крайней мере, до людей о том, кто голосовал за повышение пенсионного возраста. И любые выборы могут стать поводом, чтобы напомнить об этом. Вот, в частности, в сентябре 2019 года в Петербурге пройдут муниципальные выборы, и мы считаем, что если среди активистов кампании найдутся желающие, которые захотят участвовать в муниципальной кампании, то социальная коалиция должна их поддержать. Вот. Но выборы, очевидно, не могут быть основной задачей коалиции. Да? Мы объединились для борьбы против пенсионной реформы и должны продолжать, в общем-то, бороться против наступления на социальные права, трудовые права. Мы должны быть готовы к мобилизации, мы должны быть готовы к мобилизации против попыток решать проблемы государства за счет простых трудящихся. В частности, если будет предпринята попытка повышения подоходного налога, который, да, вероятно, весьма при сохранении плоской шкалы налогообложения, то полиция готова организовать массовые протесты против этого. Более того, сама по себе плоская шкала подоходного налога, которая сейчас действует в России, мы находим, что эта шкала несправедливая, да, богатобедный 20-15-15%. Как мы уже отмечали раньше в нашей декларации, введение прогрессивного дохода на введение прогрессивного налога на доходы людей, зарабатывающих более миллионов в год, даст
дополнительные сотни миллиардов бюджетов, которые можно пустить как на социальное обеспечение, так и на другие меры социального обеспечения. Вот, в связи с этим, да, мы предлагаем преобразовать движение «Петербург против повышения пенсионного возраста» на демократических началах в коалицию защиты социальных прав. И предлагаем всем эту коалицию новую. Да, спасибо. Есть ли вопросы именно уточняющего характера? Да, пожалуйста. Низовые ячейки профсоюзов как-нибудь себя проявили в борьбе против повышения? Ну, низовые ячейки в целом никак себя не проявили, то есть отдельные активисты профсоюзов участвовали в нашей борьбе просто как районные активисты. То есть, ну, как бы, как вот индивидуальные участники. Евгений. Я не очень расслышал, мне очень четко было сказано по поводу позиции КПРФ не в Думе, там где все услышано, все понятно, а в широкой этой борьбе. По данным опросов, 30% населения видит именно в КПРФ главного противника реформ, при том, что половина вообще не разбирается в партии. Значит, я не услышал, но хочу уточнить, если будет создана коалиция, какие будут взаимоотношения с КПРФ? Тем более, что коалиция, как я понимаю, создается на территориальной основе, по району. С районными структурами КПРФ будет планироваться взаимодействие? Евгений Александрович, может быть, все-таки это вопрос для дискуссии? Нет, ну я не разрушил позицию докладчика. Ну, смотрите, вообще, дело в том, что мы вообще не планируем коллективное членство в коалиции, да, мы планируем индивидуальное членство в этой коалиции. То есть каждый человек входит просто как человек, а не как организация. Вероятно, она будет на таких принципах функционировать. В этом смысле не вопрос. Взаимодействие-то предполагается, надеюсь, или нет? Мы взаимодействовали с КПРФ даже в рамках этой кампании. В общем-то, если это будет защищено целесообразно в конкретной ситуации, то это будет, очевидно, иметь место. Вот. То есть мы взаимодействовали с КПРФ, смотрите, ситуация такая, да, мы взаимодействовали с КПРФ до тех пор, пока КПРФ действительно была готова мобилизовывать людей. Да? Когда мы приходили, мы приглашали людей на их митинги, мы участвовали в них сами, мы распространяли агитацию КПРФ в частности. Да? Даже тут некоторые активисты нашего штаба районные изъявили желание. А на уровне районных групп, опять же, я знаю, что из них в Кировском районе сложилась довольно-таки хорошая команда именно наших районных активистов, активистов КПРФ. Вот. Но когда КПРФ, вот в частности, на своем последнем митинге, да, она отказалась вообще от какой-либо... Вообще от какой-либо своей позиции, да, приняла то, что предлагают власти, пошла в отдельный парк, собрав там пару сотен человек, на самом деле деморализовав тем самым часть активистов. Такие решения мы не считаем целесообразным поддерживать. Наша коалиция отказалась поддерживать митинг в отдельном парке. Я думаю, что это большой вопрос, на самом деле. Мы его обязательно обсудим дальше. Давайте короткий и уточняющий. Совершенно короткий и совершенно уточняющий. Вы говорите слово «коалиция», после этого вы говорите слово «индивидуальное членство». Коалиция и индивидуальное членство – вещи друг другу абсолютно противоречащие. На самом деле, это же тоже вопрос для обсуждения. На самом деле, форма, видимо, которую примет, да, вот эта коалиция или не коалиция, как она будет называться и прочее, это действительно будет вопрос, наверное, на весь оставшийся, на все оставшиеся конференции. Совершенно верно. Потому что на данный момент, да, как работала коалиция, да, Петербург против повышения пенсионного возраста. Это было на альянс организации. Зачем мы хотим уйти? Уйти только от альянса организации, я бы так же уточнил. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. По поводу, я хотел уточнить по поводу того, что эта компания, она потерпела поражение. То есть вот вы видите так, что, ну, как бы, что мы митинги провели, реформу они приняли, и все, как бы дальше можно этой темой не заниматься. Ну, просто я приведу пример с этой, с монетизацией льгот, там, получается, протесты начались уже тогда, когда, как бы, ну, все вступило в силу. Вот. А тут получается, ну как, останавливается? Как по-вашему? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, это действительно нужно принимать коллективные решения. Нет, ну, моя позиция такова, что тема пенсионной реформы, конечно, уже идет на спад. Очевидно, что митинги становятся меньше, очевидно, что люди перестали верить в то, что они могут поменять что-то именно в этой теме. Но, возможно, у коалиции будет еще не важно. Спасибо. Еще вопрос. Давайте еще раз смотрим.